просила спать, отказ. Ждем друга, нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что взремнула. Уж день. Сказать им, господа, эй, Софья Павловна, беда, зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи. Алексей Степанович, сударыня, и страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни, влюбленный, да расходитесь. Утро. Что-с? Который час? Все в доме поднялось. Который час? Седьмой. Ой, восьмой. Ой, девятый. Ой. Неправда. Ах, амур проклятый. И слышат, не хотят понять, ну что бы ставни им отнять. Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Барин! Барин, да. Девчонка, не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было прано. Сударь, я лишь невзначай. Вот то-то, невзначай. За вами примечай. Так верно с умыслом. Ма, зелье было. Вы, баловник, к лицу ли вам эти лица? Скромно, ничего мокрое. Проказы ветра на уме. Пустите, ветреники сами, опомнитесь вы, старики. Почти. Ну, кто придет? Куда мы спать? Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Сейчас започивал. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. Миш. Прихоти, какие завелись. Все по-французски, вслух, читает, запишись. Скажи их, что глаза ей портят, не годится, и в чтении правил невеликий, сна нет. От французских книг, а мне от русских больно спит. Что встанет, доложусь, извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить? Сама часы заводишь на весь портал, симфонию гремит. Ай, помните! Помилуй, как кричишь, с ума ты. Боюсь, чтобы не вышло из того. Чего? Пора, сударь, вам знать. А вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь. Все слышат. Все ты лжешь. Ты себе на всякий час готовь, минуй нас пуще всех печалей. И барский. Нет? И барская. И любовь. Умерла, вертелась перед ним, не помню, что врала, но
что же стали вы? Поклон, сударь, отвесьте, подите. Сердце не на месте, взгляните на часы. Смотрите-ка в окно, народ валит по улицам, давно в доме. Стук, ходьба, они тут и убирают. Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что, ответ за вас? Конечно, мне папа. Идите, целый день еще, потерпим скуку. Ох, с вами. Прочь, возьмите руку. Добрый. Что за Катя? Молчали. Ты, брат. Я. Зачем же здесь? Ты в этот час? Ты Софья? Здравствуй, Софья. Что ты? Так рано поднялась. А? Для какой заботы? Как вас Бог не в пору вместе свел? Он только что теперь вошел. Сейчас. Вдруг взяли для прогулок подальше выбрать закоулок, а ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым. Занятие для девицы. Всю ночь дай не близней, вот плодет этих книг, а все кузнецкое, мосты вечные, французы, оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас творец от шляпок и чепцов, пилики, булавки, книжных и бесплитных лавок. Позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили бежать, вы так проворно смешалась. Я... Благодарю покорно, я скоро к ним бежал. Я помешал, я испужал. Я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха. Мечусь, словно угорелый, по должности. По службе хлопотня тот пристает, другой, чем дело до меня? Но встал ли новых я хлопот? Я вас! Вот попрекать мне станут, что бестолку всегда журю. Не плачь, я дело говорю.